Арии и музыкальные композиции знаменитых мировых мюзиклов и опер чебоксарские зрители смогут услышать в исполнении Евгении Лагуны. Обладательница уникального голоса диапазоном в 4 октавы приехала в Чебоксары. На днях стартовал благотворительный концертный тур «Дивы Лагуны. Счастье не имеет национальности». И Чебоксары – первый из 30 российских городов, которые посетит исполнительница космической оперы, как она себя называет. Пресс-конференцию певица начала с произведения «Кастаньетты». Вот уже 12 лет девушка пытается привлечь внимание к проблемам детей-сирот. Она и сама выросла без родителей. По программе тура в течение недели «Дива Опера» проведет благотворительные мастер-классы по вокалу и актерскому мастерству «Поющая звезда». А 5 декабря в Чувашской В Государственном театре оперы и балета состоится концерт Евгении Лагуны в сопровождении симфонического оркестра. Несколько номеров вместе с Дивой исполнят дети из Чувашии. Поддержать певицу приехали и ее друзья. Австралийская рок-звезда Роб Мейстер и американский композитор, знаменитый по саундтрекам голливудским фильмам, Миша Сигал. Кстати, концерты в поддержку детей-сирот пройдут не только в России, но и в странах СНГ, а также в Европе и Азии. Средства от них пойдут в фонд помощи детям-сиротам.